уверен, что гомельская милиция с поставленными задачами справится в полном объеме. Ну и, конечно же, основная задача – это электоральная кампания, которая будет у нас проходить в феврале месяце. На сегодняшний день проводится огромный комплекс мероприятий по подготовке к данному мероприятию. Это мы уже провели расчет сил и средств. У нас практически каждый избирательный участок взят под видеонаблюдение, и в январе-феврале месяце мы проведем совместные тренировки и занятия для подготовки личного состава к данному мероприятию.